Праздник своими руками устроили жители Майского бульвара. Актеры, сценаристы и костюмеры, мамы, папы и бабушки. В этот Новый год каждый из них вспомнил детство. Ну, давайте. И холодно зимой, из лесу Новый год всем дружным двором. Взрослые подарили сказку соседским ребятишкам. У нас очень красивая елка. Нигде такой больше не найти. Только в нашем дворе идет такой Дед Мороз и Снегурочка. Я очень благодарна дядям и тетям, что они такие праздники организовывают. Я, когда хожу со своими друзьями гулять, ни разу не видела таких прекрасных праздников. Снежинки, зайчики, лисички и, конечно, символ года – конь. С каждым годом зрителей все больше, ведь здесь ждут всех желающих.